Это «Утро в Петербурге». Продолжаем заряжаться праздничным настроением. Вот, Василий, скажи мне, пожалуйста, а вот за что ты вообще любишь Новый год? Ой, ну как, за что? За волшебное настроение, так. За ожидание чуда. Угу. Подарки где? Согласна, кстати, подарки действительно хорошо. А я вот еще знаешь за что? За то, что Новый год одной новогодней ночью не ограничивается. Рождество, старый Новый год, потом еще Новый год по китайскому календарю. Ну, в общем, праздник продолжается. Вот это вот очень приятно. А вот, кстати, еще новогоднее настроение создает хорошая музыка. Например, в стиле джаз. И сегодня у нас в гостях яркий творческий тандем. Признанный бренд на мировой джазовой сцене. Харизматичная, страстная и неповторимая пара Олег и Наталья Бутман. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Видите, как мы рады, мы хором с Василием про это говорим. Песня уже фактически. Вы вместе уже 17 лет. Да. За это время было создано огромное количество совместных проектов, были записаны альбомы, в том числе и с авторской музыкой и так далее. Как вы себе объясняете вообще, в чем секрет вашего столь успешного тандема? Сотворчества. Мы уважаем друг друга, чувствуем, энергетика у нас одна на двоих. Да. И просто мы нашли друг друга в творчестве, то есть как бы любим джаз, любим музыку, любим творить, энергии совпадают. И характеры совпадают. И характеры. Это важно. Но только ли это джаз? Мы знаем, что вы создали уникальный квартет, который фактически одинаково искусно совмещает все жанры импровизации. Да, в этом вся прелесть, что мы хотим популяризировать джаз, поэтому мы взяли программы популярной музыки, роковой музыки. То есть мы играем джазовые портреты Битлз, джазовые портреты Майкла Джексона. То есть они все в джазовых, скажем так, аранжировках? Аранжировка, да. С джазовыми импровизациями. Рока и Майкла Джексона. Получается, популярной музыки, популярной, все могут прийти и почувствовать. По-новому ее услышать. По-новому услышать и полюбить нашу музыку, то есть джазовую музыку, импровизационную. Хотя говорят, на самом деле, что джаз один из самых сложных для восприятия музыкальных говорят, стилей. Музыка такая сложная, элитарная, не всем подходит. Ну, также говорят и про классическую музыку, что она сложная. Верно. Но когда ты приходишь на хорошие концерты, где дирижер Гергиев и лучшие музыканты со всей страны, то исполняет классическую музыку, и это не важно, как бы классическая, сложная она там, несложная, много гармоний. Но если она сыграна красиво и как будто одним человеком, то это замечательно, и слушается, и принимается, и хочется приходить еще. И мы также хотим, чтобы приходили наши концерты. А вы, кстати, вы в Петербурге представляете стадион. Праздничную программу новогоднюю, это будут такие, я так понимаю, вот новогодние хиты. Сегодня-завтра мы выступаем в этом замечательном клубе «Игорь Бутман клуб», это моего брата родного. Клуб на канале Грибоедова, дом 7, и там будет шикарная программа новогодняя. А вот очень интересно, расскажите про программу. Мы знаем, что в нее войдут композиции, без которых невозможно представить Новый год. Что это будет вообще? Что ждет поклонников вашего творчества, тех, кто случайно? Сплошные сюрпризы будут. Одна песня переливаться в другую. Может быть, даже что-то будет приходить спонтанно, как часто бывает на таких праздничных концертах. Но, в принципе, мы планируем сыграть и авторскую музыку. Сейчас были на радио, и ребята говорят, так у вас же 15 лет альбому первому Passion. Я говорю, представляете, а мы даже не знали, мы его в 2009 выпустили, и я говорю, да, и как раз мы будем сейчас исполнять пьесу из этого альбома, из самого первого. Даже не запланировано. Но также будет известный мировые хиты, мировые хиты и «Снежинка», новогодняя песня. Советская музыка, да. В джазе тоже. Ох, это очень хорошо. На самом деле, действительно, джазовые концерты в какой-то степени стали визитной карточкой Петербурга, поэтому мы предлагаем прямо Питер сейчас... Питер наша любимая вообще публика. Да-да-да. Предлагаем устроить прямо сейчас немного атмосферы джазового концерта. Расскажите, что это будет за музыкальная композиция? Будет композиция «Мерси», которой мы обычно заканчиваем концерт. Мы благодарим всех зрителей за то, что они пришли на джаз. Итак, композиция «Мерси». Спасибо. Поехали. Why won't you release me? You
got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said you were relieved. Oh, остыли реки, и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом зима, зима, зима. И уносит меня, и уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь, февраль. И уносит меня, и уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь, февраль. В нашем прямом эфире программы «Утро в Петербурге». Настоящий джаз, настоящая импровизация. Было неожиданно. Спасибо вам. Настоящий джазовое настроение в преддверии старого Нового года. Спасибо вам. Вас поздравляем тоже со всеми новогодними праздниками.